Меланома и другие виды рака кожи. В чем разница? Меланома – наиболее опасная форма рака кожи. Она развивается из пигментных клеток меланоцитов, часто возникает на фоне родинок. Базально-клеточный рак развивается из клеток базального слоя, очень редко метастазирует. Плоскоклеточный рак поражает клетки верхних слоев кожи, может метастазировать. Помните, любые новообразования на коже требуют обследования. В клинике семейной вы можете обратиться как к дерматологу, так и к онкологу. Тот или иной врач будет проводить вам дерматоскопию, благодаря которому можно поставить предварительный диагноз и выбрать правильную тактику лечения.